şu anda Rusya'nın en büyük buzdan evlerin olduğu köyüne geldik. Değil mi? Öyle dediler. Evet. Gezeceğiz. Gezmek istiyoruz. Size de gezerken gösterelim. Мы приехали в снежную деревню. Снежная деревня – это такое уникальное место, ее строят каждый год. Здесь есть волшебный лабиринт. Друзья, кто из Кировска, из Мурманска, кто здесь был, пишите. И каждый год разная тема у этой снежной деревни. Все сделано из снега и льда. И мы фоткаемся. Из Кюйне Гельдис. Давайте. Фильм Оуз. Давайте. Бус. Символом снежной деревни является снежинка. Здесь 27 залов. И в каждом зале разная экспозиция. Территория 2000 квадратных метров. И в каждом зале вырезаны вот такие вот интересные элементы в стиле. Здесь лоси, олени, корабль. И тема этого года – жизнь на севере. Белуги на льдинах. В общем, животные, живущие на севере. Ну и, конечно же, саамы. Хэштег «На севере жить». Да. Ну и наши белуги нас отправляют в подводное путешествие. No, we will go underwater. В нашем подводном путешествии мы познакомимся, да, со осьминогом Аркадием, скажем так. So this is octopus Аркадий. Осьминог Аркадий огромный. Вот такой вот здесь красавец-осьминог Аркадий. Вы снова у нас? И из зала мы попадаем, с того зала мы попадаем в новый зал. Здесь Венеция у нас, Италия, гондольер. Очень-очень интересно и красиво. И здесь можно увидеть также разные достопримечательности мировые. Эйфелева башня. И посещает этот снежный город около 40 тысяч туристов за сезон. Снежный город работает с декабря, с 20-х чисел декабря по 1 мая. И стоит порядка... Вход стоит около 500 рублей. Я надеюсь, что в следующем году здесь будет Аланийский зал. Мы хотим, чтобы здесь были показаны достопримечательности Алании. В рамках, конечно, нашего сотрудничества Алании и Мурманска, Мурманской области. Северное сияние, за которым все едут на север. Evet, burada bir şaman rahibini resmetmişler. İki eli açık ve bunun ortasına geçtiğimizde bize iyi şans getirecekmiş. Привет, здравствуйте. Подарок, пожалуйста, подарок. Подарок под елкой. А, подарок. Под елкой, да. Алла-алла. Окей, see you. И здесь есть Дед Мороз и Снегурочка. Друзья, пожелайте на Новый год всем нашим подписчикам. Счастья, удачи, терпения. Удачи, любви, здоровья, семейного благополучия. И приезжайте в снежную. Приезжайте в снежную деревню, приезжайте. Обязательно. Ждем. Видя Деда Мороза, загадывайте желание. И оно сбудется, да, дедушка? Только за бороду не дергайте, а то не сбудется. А не через экран, через экран. Спасибо.
А мы идем с вами дальше. Еще один зал, который также освещен такими красивыми, такой красивой подсветкой. Здесь у нас пингвин. Дед на льдине серфит. Сочи. Дедуля, жги. А с этой стороны горы. А что, приходят женщины-мужчины, как бы вступали в костюмах, и в горы приезжают. А это, ну такая вот глина. А вот так вот снимают видео 360 градусов. А мне все говорят, где вот? Сильно фотографа? А здесь можно фоткаться. Это Владимир Корнягин, который является основателем этого. Я рад приветствовать вас снежной на деревне. Нашей северной земле. 12, как я говорил, что это уже 12-й год подряд мы создаем уникальное снежное сооружение. Первый год, когда мы его создавали, все только смеялись над тем, над моей идеей создать такой уникальный экскурсионный центр. Но спустя уже 12 лет, глядя на вас, что вы уже приехали к нам из различных стран мира, я могу только сказать, что я счастливый человек. Да, действительно, очень много теперь стран посещает наш уникальный центр. И мы стараемся с каждым годом увеличивать и качество, и количество услуг. В ближайшие годы мы планируем создать некий айс-отель, снежную сауну и домики для наблюдения северного сияния. Там бир фигюр да, фигюр да. Yok abi, snowboard. Snowboard yapan bir ablamızı figür etmişler. Güzel. Şey iyi çalışmış. Gerçekten ilginç figürler çalışmışlar ama güzel. Ben beğendim. Yani burası Mayıs ayının ilk ikinci haftasına kadar çıkmış. Yolunuz bu tarafa düşerse bence görün. Venedik yolmuş. O yüzden Venedik varmışlar. Abi yani burada da müthiş işçilik var. Çalışmış adamlar. Üşenmemişler. Oho şuna bakar mısın? Yani harika şeyler yapmışlar. Yani her şey buz. Evet. Karda. Различные тематические вот такие вот полукомнаты, и все очень красиво подсвечено. Посмотрите, как во льде выполнен ветер, как будто сдувает пешехода с собакой ветер. Ювелирная работа. Стой. Опасная зона. Снежная деревня также попала в книгу рекордов России. И здесь постоянно держится температура -5, -7 градусов. Владелец этой деревни постоянно путешествует по миру и черпает вдохновение в других странах. Бу, патрушка denilen lastik bir şeyle kayacağız. Şimdi yukarıya doğru çıkıyoruz. Bence güzel olacak. После снежной деревни мы выпили горячего чая и сейчас идем кататься на ватрухах.
мастер-класс по свету на трушке. Девочка. Садимся, руками держимся за ручки. Девочка. При спуске поднимаем ноги прямо. Держим их так. Не опускаем. Опустите, вы упретесь и перевернетесь. Держимся. Внизу, как только доехали, сразу встаем, матрушку берем и отходим, чтобы следующий вас не толкнул. Может, соблюдайте очередность. Будем как-то? Ну да, будем. Так. Едет. А вдвоем? А, они хотят паровозом, что ли? Да. Ну это вообще, поезд отправляется. Можно ездить по одному, а можно толпой. Едет четверка. Süper ya. Her şey çok güzel ama bu eğlenceli. İnanılmaz. Snowski'yi beceremedim ama bu gerçekten çok güzel. Bunda becerecek bir şey yok. Oturuyorsun ve itiyorlar. Ve eğleniyorsun. Çok zevkli. Aldım. Çıkamadı ya, çıkamadı ya. Ватрушка. Ватрушка. Evet, organizasyonun bize küçük sürprizi varmış. Я приютаю тобой, а горею в себе, пусть он не